We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Hello, everybody. I think we have to wait for the other panelists. Здравствуйте. Я думаю, что мы начнем наше прения. Так что у нас будет господин Марк Уильямс, Горан Марби. Мы еще ждем остальных участников нашей панельной дискуссии. Так что пока что у нас представитель IGF. И с нами госпожа Аурет. Но еще мы ждем очередного участника, министра по коммуникациям и новым технологиям из ЮАР, госпожа Рената Вилла, с которой мы будем разговаривать на тему обучения и образования, и Антуан Сугаб, профессор из университета Мальте. Он является послом своей страны по цифровым вопросам. Господин Горан Марби уже с нами, кажется. Так что мы еще пока ждем господина Марио Чимоли, заместителя исполнительного секретаря Академической комиссии по Латинской Америке и Карибским островам. Так что давайте еще подождем очередных остальных участников, чтобы мы могли уже в полном составе обсудить равный доступ к цифровой экономике. Среди наших экспертов многие экономисты, так что я думаю, что именно экономические аспекты будут у нас в центре внимания в рамках нашей дискуссии. Госпожа Аурета Эстерхюзен, я хочу заметить, что еще два участника здесь на сцене в Катовице. А, да, мы наверняка вас именно ждали, но я вижу, что вы уже с нами. Аурета Эстерхюзен и господин Антуан Сугаб. Прекрасно. Вы представляете Мальту. Так что у нас есть участник из ЮАР. Мне, по крайней мере, так кажется, что она должна поучаствовать в нашей панельной дискуссии. С вашего разрешения мы можем начинать, если мы уже никого не ждем. У нас Горан Марби, Джон Франк, господин Уильямс, Рената Авила, юрист, специализирующийся в правах по правам человека, господин Франк, который является общепризнанным специалистом по академическим вопросам, и это уже полный состав. Мы никого уже не ждем, так что можем начинать. Приветствую вас всех. Хочу приветствовать всех участников нашей панельной дискуссии. И
У нас есть переводчики, так что я буду говорить по-французски, и мы можем переводить все. Хочу приветствовать всех участников нашей панельной дискуссии. У нас будет время, час для разговора об управлении интернетом. Наша тематика сильно связана с текущими событиями. У нас эксперт высокого ранга здесь на месте в Катовице. Кто-то у нас из IGF, госпожа Анриет из ЮАР и господин Джареб из Мальты. Он физик и представитель университета, Мальтийского университета. Я хочу также представить остальных участников и представить нашу тему. Мы будем говорить о том, какие имеются образцы управления интернетом, какие здесь преграды на местах и что здесь случается. Мы будем говорить также о развитии, мы будем говорить о доступе к технологии для всех жителей разных стран на юге и на севере. Докладчик меняет язык каждые несколько минут, так что у нас будет замедляться перевод. Так что, дорогие участники нашей панельной дискуссии, мир меняется, мир стал цифровым, и производство, инструменты труда, инструменты производства также подвергаются цифровизации. Мы говорим также уже о четвертой промышленной революции. Это наши времена. Эта революция стала фактом. Но, тем не менее, мы также находимся уже во время эпохи цифровизации. И мы во многом зависим от интернета, также от взаимной связи. Наш мир взаимосвязан. Половина рабочих мест будет меняться на протяжении следующих лет благодаря интернету. То есть никто не останется позади. И пандемия COVID-19 показала нам, насколько важным для нас является интернет. И очень важно, чтобы мы находили удовольствие в работе, в удаленке. Это будет просто наша действительность в ближайшие годы. И хочу подчеркнуть то, что мир труда меняется, и мы должны отдавать тебе отчет и задаться таким вопросом. Какие компетенции нам будут нужны в компаниях, в бизнесе в 20-е, в 30-е годы 21 века? И вот эти цифровые изменения могут оказаться спектакулярными. И мне бы хотелось, чтобы каждый участник нашей панельной дискуссии сначала представился, а потом прокомментировал именно эти вопросы, то есть равенство в доступе в интернет. Мы с вами знаем, что цифровая революция способствует тому, что именно правительство будет отвечать за качество образования. Это во-первых, потому что образование – это инструмент, благодаря которому мы обеспечиваем доступ к знаниям для наших детей. Это экономика, цифровая экономика – это экономика знаний. И действительно, мы имеем в виду не только детей, мы имеем в виду также образование взрослых и повышение квалификации. Так что мы должны с вами как-то принять к себе новые технологии, потому что они будут решать то, каким образом мы будем работать в будущем. Тут будет искусственный интеллект и цифровая революция, цифровизация. Вот все эти слова, они уже вошли в обиход. То есть удаленная работа, кибербезопасность и так далее. Вот эти слова уже
это разговорная речь, элемент обихода. Это мир нашего времени, цифровой мир. Мир не только для нас, для экономистов, для экспертов, но таким именно мир является для всех. У нас как раз в панельной дискуссии юристы, экономисты и ввиду этой большой революции мы думаем, что у нас с вами светлое будущее. Будущее мира труда. И будем надеяться с вами, что именно так и будет, что у каждой компании будет возможность перейти до конца через пандемию благодаря интернету и новым технологиям. Хотя, конечно, здесь и появился экономический кризис, был локдаун, был карантин, были вот такие явления. Но это показало нам силу интернета и силу цифровой экономики. И это показало нам, что нам нельзя говорить о цифровизации, если мы не будем говорить об равном доступе в интернет, равном доступе к этому источнику знаний. То есть мы должны сделать интернет доступным для всех или для как можно большего количества людей. Это ответственность стран и их правительств. Они должны провести нас через цифровую революцию. А наша молодежь зависит от интернета в смысле разном смысле слов зависимости. Но мы говорим также о свободе. Свободе доступа к прозрачному источнику информации, то есть к интернету. Все эти люди, все эти заинтересованные стороны в процессах информации, коммуникации, им придется разработать новый, лучший мир. Давайте начнем с цифровизации. И затем мы вернемся к разным другим аспектам этого вопроса. Я хотела говорить сжато, но мне, я думаю, что я говорю дольше, чем думала. Хочу представить сейчас разных участников нашей дискуссии. У нас юристы, экономисты, у нас физик, специалисты по международному праву и, прежде всего, прекрасные, важные игроки цифровизации. Мне очень приятно представить наших экспертов и участников. Я знаю, что я должна начать с Анриет, которая с нами. Анриет с нами, так что, если можно, пожалуйста, камера должна показывать выступающего, а не меня, и мы постараемся именно так это делать. У нас будет потом председатель группы IGF, которая находится в городе Катовице. Эта группа IGF насчитывает 50 членов государственного и частного секторов из неправительственного сектора. Госпожа Эстерсен – это член международной группы по киберпространству. Она будет работать над ролью интернета, над ролью интернет-общения в обществе и над вопросами доступа в интернет. У нас также Рената, которая доступна онлайн. Она является, Рената Авила представляет Open Air Foundation. Она интересуется цифровыми правами человека. Она юрист и так далее, которая специализируется на правах человека. И в частности, ее точка зрения связана с демократизацией интернета. Здравствуйте, Рената, вы нас слышите? Да, в зале у нас с нами господин Горан Марби. Представляет он корпорацию по Internet Society. Горан, вы с нами? В зале, да. Горан все-таки онлайн, Горан Марби, да, ICANN. То есть вы не на месте, вы в онлайновом режиме. Да, извините, пожалуйста,
что я говорила по-французски, я не приготовила мою презентацию по-английски. Извиняюсь, я надеюсь, что вы не против. Ну, конечно же, можно говорить и выступать по-английски. Нет здесь ограничений. И название доменов. Это очень для нас важно. Или название областей, номера в интернете. Да, когда у нас есть автоматический доступ благодаря искусственному интеллекту. Горан, вы были активным на протяжении 20 лет в интернет-секторе. Вы были также председателем шведского агентства по регулированию коммуникации и общения. Так что добро пожаловать на нашу дискуссию. У нас также господин Джон Франк, вице-председатель по вопросам ООН в компании Microsoft. Он координирует команду Microsoft в Брюсселе. Я не хочу рекламировать компанию Microsoft, но Microsoft очень сильно присутствует в мире технологий, в нашем мире, в частности, что касается работы в удаленном режиме. Это фундаментальный ресурс и источник использования которого является очень важным. Когда мы говорим об интернете, мы говорим о пользовании интернетом в повседневном мире. Это господин Джон Франк. Я очень рад, что вы с нами. Добро пожаловать на нашу дискуссию. И у нас еще у нас немножко замедляется голос, с задержкой до нас доходит. Еще два панелиста на месте в Катовице и остальные члены панельной дискуссии онлайн. Господин Марк Уильямс, специалист по развитию цифрового общества из Всемирного банка. Вы аналитик, вы наблюдатель цифрового мира. У вас есть экспертные знания по цифровому развитию. Вы экономист, у вас 20 лет опыта работы в разработке законодательной базы. И все, что касается законодательства, регламентов и надзора, это сфера вашей специализации. Так что сейчас мы перейдем к сути нашей дискуссии. Я надеюсь, что я слишком много не говорю, но хотела просто дать вам контекст для этой дискуссии вокруг значения цифровой экономики. И прежде всего этой диверсификации и ведения инклюзивного интернета. И сегодня мы надеемся, что нашей общей целью является демократизация доступа для всех народов этого мира так, чтобы знания делились и можно было легче, лучше функционировать в мире, также в рабочем мире. Поэтому я уже предоставляю слово. Представив всех участников дискуссии и слово я предоставлю госпоже Ренате, которая расскажет о значении этих цифровых инструментов и СМИ. Приглашаю вас присоединиться в дискуссии. То есть вопрос я задаю всем. Надеюсь, что у всех сформируется свое мнение. Хотя вопрос я сейчас обращаюсь к вам в контексте свободного доступа к интернету. Первый вопрос, который я всем задаю, это как сделать сегодня, обращаюсь к вам, вы специалист по цифровому праву, как сделать, чтобы никто не остался позади, особенно на восходящих рынках, как нам действовать?
Осуществимо ли это? Спасибо. Начну, может быть, провокационно. На протяжении последних 20 лет мы сосредоточивались в значительной степени на инклюзивном подходе, на доступе, но это была немного слишком обобщенная перспектива. Мы хотели некоторые решения навязывать, а мы забыли о том, что мы должны использовать творческий потенциал, который дремлет во всех пользователях интернета. Значит, сейчас на самом деле некоторые элементы цифрового мира сосредоточены в руках небольшого круга людей, или вернее технологических обществ, которые поставляют услуги, которыми пользуются все пользователи. Это таким образом сильно централизованная модель, и мы должны стремиться к тому, чтобы эту модель преодолеть, что позволило бы нам решить некоторые проблемы, связанные с инклюзивностью. Итак, мы должны помнить о том, что это не будет решение, которое нам удастся выработать изо дня в день. Зато мы должны инвестировать в то, чтобы обеспечить всех справедливым доступом к цифровым технологиям, так, чтобы каждый мог ими пользоваться и участвовать в их создании. Я думаю так. Мне очень повезло, потому что я происхожу из так называемого глобального юга. А это известно, как выглядит в этих странах доступ даже к основным цифровым услугам. Значит, даже если у тебя все необходимые умения и навыки, даже если у тебя есть идея, как решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, то оказывается, что сегодня рынок немного искажен, деформирован. Действуют крупные игроки, которые соперничают ценой, могут предложить решения по очень привлекательным ценам. Даже в некоторых странах они предлагают некоторые инфраструктурные решения бесплатно. Тогда, в таком случае, небольшие игроки не могут соперничать ценой, даже если у них есть отличные идеи. Тогда они вытеснены где-то на поля. Не забываем, что цена – это не инклюзивный параметр, особенно в контексте тех технологий, которые должны использоваться в государственных услугах. Если мы посмотрим на образование, то, конечно, увидим, что мы сегодня работаем с детьми, пытаемся их образовывать, чтобы обеспечить их достойными условиями старта в будущем. Но все еще эти образовательные программы, которые у нас есть, они делают упор на пассивность. Это программы, которые заставляют детей учить некоторые вещи, но не учат, как пользоваться технологиями. Программа состоит в том, что ребенок должен сидеть, смотреть как где-то в дисплей, сидя, и не используется компьютер как инструмент творческого развития. И даже если что-то создается, то создаются сильно замкнутые площадки, которые не предоставляют молодым людям возможности развиваться. Следовательно, нам необходимо начать с того, чтобы работать с детьми на очень раннем этапе с целью формировать цифровую культуру. Культуру, для которой важными будут разнообразие, но и то, чтобы обеспечить людей, возможно, лучшими услугами. Так, чтобы удовлетворить их потребности. Я извиняюсь, но, к сожалению, у каждого есть только 2 минуты для выражения своего мнения. Спасибо вам за ваши примечания. И я заметила, что вы нам предоставили очень интересные замечания. И этот же вопрос я хотела бы задать следующему участнику нашей дискуссии. How
Этот же вопрос. Я думаю, что технология стала очень важным элементом нашей экономики и нашей повседневной жизни, и важным является то, чтобы задаться вопросом, отражает ли технология, которой мы пользуемся, идеалы и ценности нашего общества и наши собственные. И, несомненно, правительство, как регулирующее учреждение, как регуляторы, должны убедиться в том, что действительно технология отражает ценности нашего общества. Но будем помнить и о том, что диапазоны новых технологий постоянно расширяются, включая все новые аспекты, и что мы сейчас говорим о росте порядка 10%. Не более 10% в IT-секторе. Значит, ускорение этого роста с 5 до 10% – это беспрецедентный рост новых технологий и того, как они воздействуют на глобальную экономику. Очень важно то, что на самом деле все секторы экономики, будь это сельское хозяйство, будь это точные науки, будь это образование, все эти секторы находятся под влиянием технологий. Следовательно, мы заставлены постоянно задавать себе вопрос, цифровая технология, механизмы искусственного интеллекта, отражают ли они наши ценности? Хорошо ли мы чувствуемся с тем, каким образом используются цифровые услуги и новые технологии. И, по моему мнению, стоит в данном контексте задуматься о том, каким образом урегулирование правительства может нам помочь осуществлять надзор за этим процессом. И, как уже сказал генеральный секретарь, который свои выводы воплотил в форме рамочного плана, мы должны найти лучшие способы, чтобы, возможно, много людей подключить к интернету, в то же время контролируя то, проходит ли процесс цифровой трансформации в соответствии с нашими ценностями. Людей нужно нам поставить в центре изменений, следить за тем, доступен ли интернет в финансовом плане, доступна ли подходящая инфраструктура, каковы цифровые навыки, которые потребуются в различных секторах, таких как образование или система здравоохранения. Мне кажется тогда, что то, в чем мы нуждаемся, это более широкие рамки. Национальные правительства должны убедиться в том, что ситуация урегулирована в фискальном плане, что средства размещены правильно, что поддерживаются неправительственные организации, что заключаются партнерства с частным сектором. Благодарю вас. Я начну говорить по-французски. Значит, вы считаете, что связь должна быть правом, но ее не хватает, потому что есть проблемы с инфраструктурой, и эти проблемы следовало бы решить. И эти проблемы могли бы решить правительство. Госпожа Рената, вы представляете EGF, и я вам задам этот самый вопрос. То есть, каким образом мы можем на месте или вокруг способов, как мы могли бы демократизировать этот доступ, делать его более равным, доступ к интернету? Можно ли нам создавать доступные для всех инструменты, обращаться к креативному аспекту интернета? А поскольку я могу для каждого предназначить только 2 минуты,
Пожалуйста, ответьте, как мы можем убедиться в том, что никто не будет оставлен самому себе в этой цифровой революции? Как сделать эту революцию инклюзивной, а не вытесняющей некоторых, как упоминал господин Франк? Как сделать цифровые инструменты более демократическими, инклюзивными? Как включать субъектов в этот процесс? Благодарю. Меня зовут Анрет. Исправляю то, что сказала госпожа модератор. Я хочу сказать следующее. Мы не в состоянии работать над вопросом инклюзивности, не берясь за проблему исключения. Мы должны принять тот факт, что мир не равен, что все еще нам приходится сталкиваться с неравностями на социальном, экономическом уровнях, что есть многие примеры дискриминации по половым признакам, по дискриминации по другим признакам. Следовательно, мы не в состоянии изо дня в день эту цифровую пропасть засыпать. Будем помнить о том, что ролью решающих лиц и органов является предоставлять возможность, а не контролировать. И именно такое должна быть парадигма действия, что мы упрощаем, предоставляем возможность. Мы те, кто облегчают действия, а не лишь только регулируют его. А если говорить об управлении интернетом, то будем помнить, что крупные интернетовские компании — это не весь интернет. Они не то же, что интернет. Будем помнить о том, что введение урегулирования, которое должно укреплять конкуренцию, не тождественно с таким чрезмерным урегулированием. Значит, будем помнить о том, что интернет является общим благом, и он должен таким же образом управляться. Это я хотела бы подчеркнуть, что мы можем действовать как глобальное интернет-сообщество, чтобы справляться с цифровым исключением, но будем помнить о том, что мы прежде всего здесь должны заняться этой пропастью, пробелом в социальном и экономическом развитии, которое лежит в основе этого исключения. Спасибо вам. А когда речь идет об урегулировании, важным является и то, чтобы мы имели одно и то же в виду. Нам часто придется изменять определение интернета, то, как данные кружатся между пользователями. Часто возвращается вопрос, как защищать данные, которые передаются от пользователя к пользователю. А я перейду еще к другому аспекту – глобализации рынков. Кстати, из-за пандемии коронавируса мы заметили, что хотим ли мы этого или нет, мы уже перешли в постиндустриальную эпоху. Экономика не позволяет уже делиться справедливым образом доступом к интернету. Все еще есть народы, которые борются с бедностью, есть различия между мужчинами и женщинами, неравности в образовании и цифровое неравенство, которые являются производным всех других видов неравенства. И прежде чем перейти к законодательным вопросам, чтобы не терять времени, я предоставляю слово господину Уильямсу из Всемирного банка, чтобы он поделился с нами своими впечатлениями. Так что, подводя итоги, вы разделяете мое мнение о том, что мы должны передумать наш подход, переосмыслить наш подход к тому, что мы должны делиться образованием, знаниями и так далее. Самира, говорите, пожалуйста, чуть-чуть помедленнее и не меняйте язык. Да, спасибо.
Да, пожалуйста, большая просьба, чтобы говорить чуть медленнее, когда мы меняем языковую версию. Вопрос к господину Уильямсу. Должны ли мы переосмыслить вот это? Да, я услышал ваш вопрос. Так что мы сейчас находимся в эпохе постглобализации. Экономика потерпела провал, но мы заметили, что рыночная экономика показала свои ограничения во время пандемии. Мы увидели и убедились с вами, что существует структурное неравенство, что касается доступа в интернет, что имеет плачевные последствия для образования и для экономики. И вот вопрос направляется представителю Всемирного банка, господину Уильямсу, в том же духе, как и первой части нашей дискуссии. Да, вопрос касается неравенства структурного характера. Здесь подчеркнула эти неравенства пандемия COVID-19. Я хочу посмотреть на это с двух сторон. Во-первых, то, что пандемия нам показала, это невероятная сила цифровых услуг и технологий, которые позволили нам вести хозяйственную деятельность, получить доступ к образованию. Это одна сторона этой медали, а вторая сторона этой медали – это то, что мы заметили новые формы и виды исключения в обществе. И поэтому мы так много говорим об этом, насколько важно обеспечить инклюзивный доступ в интернет. Так это также выглядит с точки зрения Всемирного банка. Мы наблюдаем процесс цифровизации как сложенную экосистему. Так что я хочу посмотреть на это таким всеобъемлющим образом. Начинаем с АЗОВ. Мы должны создать фундамент, доступная инфраструктура, соответствующее устройство, оборудование, а также доступ к более продвинутым цифровым услугам. Важен также вопрос доступа в такие системы, как цифровые идентификаторы, безопасный доступ к платформам, госадминистрации. Ну, на самом деле, все эти механизмы и цифровые услуги, и также доступное программное обеспечение – это интегрированная экосистема. Спасибо большое за ваш комментарий. Еще давайте продолжим, но очень быстро, потому что я думаю, что юридические аспекты здесь играют важную роль. Господин Горан, вы не хотели бы прокомментировать то, что было здесь сказано на тему возможностей, предоставляемых цифровой экономикой? И вот это понятие эры постглобализации. Да, вам слово, Горан. У меня всего лишь 2 минуты. Это большой вызов. Да. Во-первых, хочу поздравить польское правительство с тем, что, несмотря на все трудности в организации этого мероприятия, тем не менее, это удалось. Удалось организовать этот форум, так что хочу выразить свою большую благодарность за все усилия для организации форума в этом году. Я хочу немножко по-другому посмотреть на то, о чем мы говорим. Говорят о том, что путь в ад проложен хорошими намерениями. Я представляю технологическое сообщество, которое дает возможность доступа в интернет, обеспечивает работу интернета. На протяжении 25 лет мы очень интенсивно работали для того, чтобы интернет был доступным для всех. Вы о нас не слышите. Мы никогда не являемся на первом плане. Но вот всегда, когда вы подключаетесь к интернету,
Ну, мы технически встречаемся с вами, потому что мы являемся поставщиками этих услуг. Мы невидимки, можно так сказать, но тем не менее мы существуем. Мы существуем в этой многосторонней модели работы интернета. Мы были в состоянии дать доступ в интернет без особого регулирования, без законодательства. Просто мы обеспечиваем технический доступ в интернет, стараемся, чтобы интернет работал. Но за последние годы мы наблюдаем очень много критического подхода, негативной энергии в отношении к интернету. Я могу сказать, что в 2016 году я просто проснулся, в один день я понял, что все эти позитивные комментарии на тему интернета, они буквально изо дня в день превратились в отрицательные комментарии. Мы говорим о том, что люди ищут новые решения для регулирования того, что происходит на цифровых платформах. Однако я боюсь чрезмерного регулирования и думаю, что то, о чем мы сегодня говорим, должно прийти или привести к нас к тому, чтобы мы различали разные вещи. А именно вот поставка интернет-услуг в техническом плане и цифровых услуг, требующих отдельного регулирования. Всегда, когда вы зашли на какую-то цифровую платформу, вы подключаетесь к чьему-то компьютеру или вы подключаетесь к облачным услугам. Можно представить себе облако, облачные услуги, как некий гараж, то есть парковку, где можно припарковать разные машины изо всего мира. И мы должны позаботиться о том, чтобы эта среда работала функциональным, оперативным образом. И что касается нового регулирования, мы должны иметь законы, которые доступны для всех. Интернет – это как демократия. Если мы не будем заботиться о нем, если мы не будем все время переосмыслять его работу, трудно нам будет пользоваться благами интернета, как и демократии, которая также может быть изуродована. Если мы не практикуем демократию, если мы не заботимся о демократии, эта система также может как бы выйти за свои рельсы. Конечно, мир далеко не идеален в этом плане. Сейчас я хочу передать слово представителю Мальты. Я хочу задать следующий вопрос. А именно, я хочу спросить вас о вызовах, с которыми мы можем справиться при помощи нового регулирования. Я спрошу по-французски. Вот новые правила, новые законы, как мы можем вести управление интернетом, чтобы получить какие-то плоды из нашей дискуссии. Как вы на это смотрите? Пожалуйста, вам слово, Андре Чуреб. Огромное спасибо. Да, это было очень интересно послушать, как высказываются и что говорят остальные эксперты. Я хочу сказать, что вот то, что я хотел сказать, на самом деле было уже сказано. Сказала это Аурет. Однако, я думаю, что стоит это повторить.
вчера я сказал это во время другой панельной дискуссии. Я не политик, я не акционер какой-либо компании. Мне дозволено сказать, я не знаю, как отнестись к этим вызовам, но я постараюсь, тем не менее, сформулировать свой ответ. Равный доступ к знаниям, к информации, к новым сведениям – это невероятно важно. Я стопроцентно согласен, даже более чем стопроцентно согласен, что это постижимо, что это возможно, чтобы мы гарантировали равный доступ к творчеству человечества, к наследию человечества. И, по всей вероятности, новые примеры регулирования помогут нам сделать этот сдвиг в правильную сторону. Конечно, мы не знаем, как это делать на уровне ЕС. Сейчас мы думаем о том, как вводить ультрабезопасные системы общения. Во-первых, мы имеем в виду ультрабезопасные системы, которые можно было бы образовать в рамках стран-членов ЕС. Некоторые говорят, что это чрезмерный протекционизм. Ну, бывают разные критические голоса, но я думаю, что европейские компании, им придется показать себя более творческими. Конечно, у меня нет готовой формулы, готового решения, как избегать чрезмерного регулирования. Но я думаю, что умное регулирование может подтолкнуть нас в правильную сторону, чтобы мы были соавторами этого регулирования. Спасибо большое, Спамира. Я еще хочу прокомментировать это. Я полностью согласна и думаю, что если мы сможем регулировать доступ в интернет, тогда малые операторы могут здесь играть важную роль. Например, в Мексике, в Бразилии предоставляется местный доступ не только к инфраструктуре, но здесь строится также новый потенциал, новые умения и навыки в области цифровизации. То есть мы не должны недооценивать роли органов регулирования. Но я хочу просто подчеркнуть, что органы регулирования иногда чрезмерно фокусируют внимание на регулировании, но у них огромнейший потенциал. Спасибо огромное за это замечание. Я думаю, что мы будем подходить к подведению итогов. Почему я говорю об экономике постглобального мира? Когда я слушаю ваше высказывание, я просто думаю, что каждый из вас, уважаемые участники, сформировал свое видение того, как будет выглядеть интернет в будущем. Мы говорим о том, что интернет должен быть чем-то открытым для всех, что он не должен быть чем-то доступным всего лишь для богатых пользователей. Мы говорили о том, что проблема состоит не в том, что тут доступ к знаниям, но что это гораздо более сложная проблема. Об этом говорил Андреа Жюреб. Вы упомянули также, что нам нужна совершенно новая система организации регулирования интернет-пространства. Я хочу подвести итоги и сказать следующее, что во время кампании в пользу вакцинации от COVID-19 мы заметили, насколько важна интернет-революция, что на местном уровне эта цифровая революция дала нам доступ к вакцинации. Однако те, у кого нет доступа в интернет, у них также нет автоматического доступа к информации. В частности, важная информация на тему вакцинации. И вот мой последний вопрос. Сегодня без должного регулирования цифрового пространства можно ли думать о дальнейшем развитии? Как вы считаете?
Мы все замечаем то, как важна роль технологий и как важно то, чтобы технология переводилась на более в более эффективную деятельность наших предприятий. Это нам особо четко показала пандемия COVID-19. И это мой вопрос ко всем. Начнем с госпожи Ренаты. Мы в ходе этой встречи говорим о государственных публичных фондах. И я думаю, что приобретение публичных фондов может создать новые возможности для творческих людей, в том числе женщин, которые действуют на местном уровне. Это может быть важным инструментом, способствующим развитию инноваций и распространению социального включения. Это может быть также и хороший инструмент для местных поставщиков образовательных площадок. Это тот инструмент, который создаст возможности для всех участников, и необходимо позволить этому инструменту функционировать правильно. Спасибо, господин Марк Уильямс. Чем для вас регулирование? Давайте подумаем о цифровой революции в целом, о революции, которая проходит в мире. Она приводится в движение именно регуляторными реформами. Я думаю, что одним из исключений здесь является то, о чем раньше упоминал господин Марби, то есть вопрос инфраструктуры, компании с связи. Сфера, которая, может быть, должна быть лучше урегулирована. Поэтому нам необходимо заботиться о том, чтобы урегулирование позволяли нам продолжать развивать цифровые технологии и заботиться о правильном функционировании конкуренции на данном рынке. Значит, мы здесь говорим об урегулировании рынков. И, как сказала госпожа Эстер Хуизен, есть инструменты, которые могут использоваться правительствами, то есть органами публичной администрации, которые должны глубже вовлекаться в эти процессы. Господин Франк, как вы считаете, должны ли правительства глубже вовлекаться в процесс регулирования функционирования интернета? Я об этом выскажусь очень коротко. По-моему, неимоверно важным является то, чтобы управление интернетом являлось многосторонним проектом. В этот проект должны быть привлечены различные группы интересов. Не хотим, чтобы только органы публичной администрации отвечали за ту сферу, которая в большой мере доминируется представителями частного сектора. Значит, это тот процесс, который требует многостороннего подхода, и поэтому очень важным является проведение таких встреч, как цифровой саммит, чтобы мы все могли обмениваться опытом, чтобы мы могли послушать голос частного, публичного секторов, гражданского общества. И тогда мы все можем сотрудничать, ибо это мы решаем о том, какова будет форма интернет-инфраструктуры. Об этом тоже господин Марби упоминал. Значит так, роль частного сектора, эту роль нам не переоценить. Конечно, будем помнить о том, что выгодной моделью является публично-частное партнерство. Считаете ли вы таким образом, что можно регулировать эти секторы? Можете, пожалуйста, повторить вопрос? Я боюсь, что я не совсем понял, чего он касается. Господин Франк сказал, что важно то, чтобы делать упор на сотрудничество, но и на вовлеченность частного сектора в цифровой рынок. Каково ваше видение урегулирования интернета? По-моему, необходимо здесь присмотреться тому, как работает интернет. Представим себе, что в Европе принимается решение о том, чтобы создать какую-то
интернетовскую инфраструктуру, потому что европейцам кажется, что они могут быть независимыми, могут формировать такую инфраструктуру по своим усмотрениям. И забывают, что это ведь будет инфраструктура, которая будет соединена с более широкой инфраструктурой во всем мире. Ведь это решения, которые не знают границ. Ведь богатые и бедные должны получить такой же справедливый доступ к интернету. Следовательно, если мы говорим об урегулировании, то оно должно касаться таких вопросов негативных, как язык вражды, беззакония или вопросов приватности. Такие типы урегулирования существенны, но нам нельзя регулировать такие основные принципы, касающиеся функционирования интернета, таких как, например, механизмы, которые предоставляют людям возможность соединяться, объединяться через интернет. Тогда урегулирование было бы уже слишком далеко продвинутым. И мы с технической стороны стараемся, чтобы интернет был доступным всем, чтобы технология работала таким же образом в пользу всех, и пытаемся защищать эти аспекты. Мы замечаем некоторый потенциал урегулирования, мы видим эти процессы и видим, что интернет рекомендует сам себя в некотором смысле. Он, например, доступен для всех, независимо от языка. А если же говорить о том, что необходимо для обеспечения правильного функционирования интернета, то это многосторонний подход. Это тот проект, в рамках которого люди со всего мира должны вовлекаться в строительство интернета, который будет безопасным, который будет выражением сотрудничества, и который будет стабильным и позволит всем использовать свои ресурсы. И только тогда мы сможем быть успешными в этом плане. Благодарю вас. Думаю, что пора предоставить слово нашим гостям, которые в Катовице. Говорится о том, что нельзя говорить о демократии без интернета, и что речи быть не может о глобальном рынке без интернета, потому что интернет – это просто неимоверное изобретение. Закончим тогда словами госпожи Эстер Хуизен. И я передаю слово госпоже Анриет Эстерхуизен. Какую модель управления нам бы хотелось внедрить? Как бы мы могли дать, какое мы могли бы дать новое определение в контексте сотрудничества между частным и публичным секторами, если мы подчеркиваем роль интернета в нашей либеральной экономике? Какой вид управления мы хотели бы внедрить, чтобы укрепить или переосмыслить общественный договор между всеми гражданами, которые живут в нашей демократии, работников, людей из управления человеческими ресурсами, политиков, чтобы мы могли добиться более равного, более инклюзивного общества. Как облегчать новый, равный доступ к новым технологиям, чтобы технологии не оставались доменом, зарезервированным только ли для самых богатых. Как переосмыслить это? И которые компании, фирмы об этом будут решать? Об этой новой модели демократии. И является ли эта модель действительно демократичной, если она разделяет людей на богатых и бедных? Но уже в трех словах, потому что мне показывают, что время у нас истекает. По-моему, неимоверно важным является многосторонний подход к управлению интернетом. Очень важным является вопрос разработки соответствующего урегулирования. И здесь я бы хотела сказать и о том, что также права человека являются очень важным аспектом в нашем подходе к урегулированию. По-моему, мы обязаны учиться на основании того урегулирования, которое уже действует. И нам нельзя считать, что у нас есть готовое решение. Мы должны осознанно анализировать доступные решения и также
это является ролью цифрового саммита, который позволяет нам обмениваться мнениями, позволяет нам брать слово как группам интересов и, может быть, влиять на формирование урегулирования в будущем. К сожалению, нас уже просят, чтобы мы потихоньку покидали сцену, но я хотел бы еще сказать слово к тому, что сказал Джон Франк, который сказал, что местное урегулирование может некоторым образом мешать функционированию интернета справедливо и однородно на всех рынках. Но мне кажется, что отсутствие урегулирования тоже может оказаться вредным, потому что некоторые площадки могут перерасти в такие размеры, что они станут преобладать на рынке, и другие игроки будут с такого рынка вытеснены. Следовательно, мы должны найти какую-то золотую середину, благодаря которой эти небольшие игроки будут иметь шансы, чтобы соперничать с крупными, даже если это урегулирование не будет слишком строгим и детальным. Мне кажется, что это очень важно, чтобы у каждого была возможность взять слово и влиять на формирование интернета. Будем ли мы говорить о предпринимателях или других пользователях? Но, конечно, это требует какой-то определенной дозы урегулирования, причем мы не хотим говорить о чрезмерном урегулировании. Благодарю всех участников. У нас осталась минута до конца этой дискуссии. Я извиняюсь, если мои высказывания на французском языке могли помешать ходу собеседования, но необходимо подчеркнуть еще раз то, что чрезмерное урегулирование мешает функционированию интернета. Без демократии его не будет, а излишние правовые рамки, конечно, вредят, но их отсутствие вредит еще больше. И я думаю, что будущее интернета, блокчейнов, рынков мы можем оценивать положительно и надеюсь, что мир интернет будет в будущем более инклюзивным, и нам удастся жить в настоящей демократии. Я сердечно благодарю всех участников сегодняшней площадки для обсуждения. Благодарю вас и желаю вам плодотворных дальнейших дискуссий в остальной части дня.